Здравствуйте, монтажник и замена стекла покажу. В Белгороде продолжают восстанавливать дома, поврежденные в результате недавних атак со стороны ВСУ. Меняют рамы и окна сейчас, начиная от улиц Есенина и Конева и заканчивая Губкина. От взрывов сильно пострадали балконы и стекла. Первый этап у нас был до 25 числа закрыть контур по поручению губернатора. Поручение выполнили, контур закрыли. Теперь продолжаем дальше восстановительные работы. В основном это балконы. Это уже второй контур. То есть работы идут по плану. Стараемся выполнять все в срок. Окна стоят с отливами, москитные сетки. То есть все как положено должно быть, все по технологии. Очень быстро, хорошо, спокойно. Обмерили, потом пришли, вот это окно сделали. И сразу на второй день пришли вот на балкон. Хотя сказали, что балконы будут делать в последнюю очередь. Мужчины очень культурные. Никак не грубят, никаких слов плохих. Вот от них между собой даже не слышно. Подрядчики работают ежедневно с 9 утра. Выходные дни начинают с 10, чтобы не беспокоить жителей. Всего на участках задействовано 7 звеньев, монтажников по 2 человека. На сегодня у нас было запланировано порядка 16 замен стеклопакетов. Около половины уже выполнено. Кроме этого, мы меняем и окна ПВХ. Там, конечно, поменьше получается. 4-5 окон, когда больше. От сложности демонтажа, скажем так, больше зависит. Всего за последнюю неделю в Белгороде пострадало 1669 жилых помещений. Все стекла планируется установить до 31 марта, восстановить балконы до 12 апреля. Денис Тримаусов, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.